А первокурсникам РГУ помогают адаптироваться и влиться в учебный процесс наставники. Как правило, большинство студентов отчисляют именно на начальном этапе обучения. В это время вчерашним школьникам бывает сложно сориентироваться в новой университетской среде. Приезжие элементарно не знают даже расположения корпусов, потому кураторство старшекурсников так нельзя кстати. Об особой педагогической должности. Анжелика Королева. «Подскажите, где находится?» – эту фразу первокурсники произносят, кажется, чаще других. Чтобы учебному процессу не мешали пробелы в знании расположения корпусов, расписание занятий и долгое запоминание своих сокурсников, на помощь спешат уже опытные студенты второго и третьего курса – тьюторы. «Самое сложное, пожалуй, что предстоит на пути первокурсника – это встреча с новым коллективом, потому что не всегда человек может осознать, пожалуй, ну, что это за коллектив, когда можно что-то сказать, как-то, ну, что-то сделать. Вот. Ну и, пожалуй, основная задача, по моему мнению, тьютора – это вот как раз помочь развиться этому человеку, помочь этому коллективу сформироваться». Система тьюторства пришла из Великобритании. Классические английские университеты представляли собой братство, исповедующие единые ценности, придерживающиеся одних авторитетов. А вот на лекции какого профессора из какого вуза ходить, студенты решали сами. Главное было сдать экзамены. И чтобы самодисциплина не привела к провалу, в помощь молодым людям назначались тьюторы. Сегодня эту обязанность несут старшекурсники. Зачастую им приходится не только объяснять, где находится библиотека, но и знакомить сокурсников друг с другом. У нас в университете очень большое внимание уделяется адаптации первокурсников. Это связано в первую очередь с тем, что с каждым годом поступает все больше иногородних ребят. Есть ребята отдельных категорий, которым необходимо более пристальное внимание в тот период, когда они вступают в стены нашего университета. Тем, кто встал на тернистый путь тьюторства, надо уметь не только хорошо разбираться в людях, но и в их характере. Конфликтные ситуации надо не просто решать, а не допускать. Они знакомят нас больше как бы с недостатками каждого человека. То есть они приучают нас к тому, что нужно ценить именно недостатки. И в человеке много чего может скрываться, и к этому нужно относиться с пониманием. Сколько времени тьютору нужно проводить со своими подопечными, нигде не прописано. Но помимо социальной нагрузки студентам, надо еще не забывать про свою учебу. А значит, тьюторство – своеобразная проба себя, как самостоятельного человека. Анжелика Королева, Юрий Косоротов, Вести Рязань.